На сегодняшний день в Украине самый высокий зеленый тариф среди стран Европы. И это в некоторых случаях может повлиять на экономическую ситуацию. Поэтому я считаю, что аукционы должны быть введены, и ситуация должна оставаться под контролем, поскольку чрезмерная установка в неограниченных объемах станций может повлиять на экономическую ситуацию в стране. Мы не настолько богатая страна, чтобы позволить себе настолько высокий тариф. Значительное удешевление аккумуляторов, конечно, повлияет, но фактором основным будет средневзвешенная стоимость электроэнергии, которая генерируется с той или иной станции. И когда мы будем сравнивать стоимость электроэнергии, которую генерирует станция, использующая аккумуляторы, и стоимость электроэнергии, которую потребители могут получить из сети, то тогда мы можем четко ответить на вопрос, либо это выгодно, либо это невыгодно. До этого момента надо смотреть, что будет с ценой на аккумуляторы, что будет с ценой на остальное оборудование, и какая будет в результате средневзвешенная стоимость электроэнергии, которая генерируется той или иной станцией. Поскольку прозрачность экономики – это залог успеха страны, и это залог успешного привлечения инвестиций. А в инвестициях заинтересованы все, в том числе украинские компании, в том числе жители Украины, в том числе компании, которые организовывают конференции и выставки.